Спасибо, Сережа, что дело сделал. Спасибо, что жив остался. Спасибо, что людей сохранил. Оно само как-то получилось. Само получается тогда, когда люди работать умеют. Вот тебе за Польшу и за чеченов. Спасибо. Спасибо, потом скажешь. А ну-ка, пойдем со мной. Вот тебе ключи, вот тебе техпаспорт на твое имя. Нравится? Спасибо. Машина для работы. А работы будет много. Пока Олег не выйдет, все стрелки по его делам будешь делать ты. Доклад ежевечерне. А Катя? А Катя на другой работе. Вот завтра и начнешь.